Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Этот видеоролик предназначен для тех, кто хочет в этом году собрать свои семена цветов, чтобы не ходить в садовый магазин и не тратить зря деньги. Я показываю все сорта цветов, которые я выращиваю и которые можно вырастить из своих семян. Вот одним из таких цветов является гвоздика-травянка. Сейчас она уже отцвела, не очень красивая, но я вам показывала. Вот они, цветочки. Вот это вот все великолепие цвело вот такими цветочками. Шапка цветов была. Сейчас она отцвела. Семенные коробочки уже вызрели и открылись. Вот, если вам видно, видите, они крошечные, но видите, что уже дырка посередине. Все, она приоткрылась. Она была сначала вот такая вот, вот, закрытая. Теперь она открыла свой вход для того, чтобы дуновение ветерка, всякие эти покачивания, вытряхивали из нее семена, чтобы был самосев, чтобы было продолжение рода. Нам не нужно, чтобы она сеялась на землю, куда попала. Мы должны все вот эти вот прийти с ножницами и все вот эти семенные коробочки обстричь. И дома разложить на листке бумаги, на коробочке, там, на подложке от печенюшек, ну, на любом. Они дозреют у вас. Вы их вылущите, возьмете вот так вот. Вот так просто как вытряхните и в пакетик. Все. В этом же году, осенью, когда они хорошо высохнут у вас, дозреют, вы можете рассыпать ее. Вот у меня она на улице на Альпийской горке, рядом с другими очитками. Это многолетнее, засухоустойчивое, беспроблемное растение. Его не надо ни поливать, ни подкармливать. Я не делаю с ним ничего. Оно рядом с другими очитками многолетними растет. Видите, они все разные и все засухоустойчивые. Рассыпите или на Альпийской горке, или вдоль тротуарной своей дорожки, вдоль любой дорожки. Это будет можно использовать как бордюрное украшение. Выращивают и в вазонах, и в кашпо. Все, если вам нужно вот такое многолетнее, декоративное, вот как для оформления участка растения, если где-то увидели вот эту травянку, когда она еще цвела, можете прям подойти в любом месте, вытряхнуть несколько штук вот этих семян, и вы ее потом в течение год-два вы ее размножите столько, сколько вам нужно. Все, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Все видеоролики о том, как собирать семена цветов, у меня там выложены. Есть еще статьи, видеоматериалы по выращиванию овощей, по уходу. Все-все, что я пишу и снимаю, у меня на странице в Одноклассниках. Добавляйтесь, друзья. Рассылаю всем все свои видеоматериалы. Так. Набираете в строке Ольга Чернова. Город Бийск, Алтайский край. До свидания.